Студенческий гимн со сцены Краевой филармонии звучит для одной большой научной семьи аспирантов, преподавателей, доцентов и профессоров. Сегодня светило образования собрались в концертном зале, отмечают 50-летний юбилей своего альма-матер. Выдающихся ученых поздравляют народные избранники и представители правительства края. Поздравить вас с золотым юбилеем. Для человека, когда он доживает до такого возраста, ну, уже говорят, что это такой золотой возраст, когда многому научился, а многое еще и впереди. 25 мая 1973 год – дата рождения классического вуза. Из одного учебного корпуса на 300 студентов университет превратился в крупнейший кампус, где ежедневно обучаются более 17 тысяч студентов, магистрантов и аспирантов. Численности студентов, если посмотреть по общему числу студентов филиалов в головном вузе, в колледже, то мы фактически второй вуз в Сибирском федеральном округе. Вот, мы выступаем в Сибирском федеральном университете. Вот. И, конечно же, это стало возможным потому, что университет держит высокую марку качества образования. За 5 десятилетий вуз выпустил больше 85 тысяч высококвалифицированных кадров – историков, филологов, лингвистов, журналистов, химиков, социологов и многих других. Наши выпускники нашей кафедры, они практически по всей России, начиная от Камчатки, заканчивая Калининградом, это и Москва, и Санкт-Петербург. Мы гордимся своими выпускниками. Конечно, обязательно мы и сегодня встретимся, и завтра встретимся на кафедре, на встрече выпускников. Сегодня выпускников ждет насыщенная праздничная шоу-программа в Титов-арене. А что касается студентов, то для них тоже заготовлен сюрприз – большой концерт с дискотекой. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.